Всем привет, с вами Александр, вы на канале «Давай запишем». Сегодня, друзья, мы знакомимся с очередной линейкой мониторов и на сей раз, надеюсь, непременно порадуем наших дорогих диджеев. Итак, активные референсные мониторы Pioneer SDJ. Поехали! Линейка SDJ включает в себя три модели – 50X, 60X и 80X. Все они разработаны специально для отработки диджейских навыков, обладают улучшенными АЧХ в области низких частот, изготовлены с использованием спецтехнологий и новомодных технических приемов. Ну, так, во всяком случае, нам рассказывает производитель. Посмотрим, послушаем и сделаем свои выводы. Теперь давайте традиционно по цифрам и возможностям. Динамики 1 дюйм плюс 5 дюймов, 1 дюйм и 6 дюймов и, наконец, 1 и 8 дюймов. Что касается мощи, это 80, 125 и 160 Вт на пару колонок. По частотам 50-20 тысяч у пятерок, 45-20 тысяч у шестерок и 40-20 тысяч у восьмерок. Ну и максимальное звуковое давление 107, 113 и 115 дБ соответственно. Да, ну и последнее, что может быть кому-то интересно, это вес 6,5, 8,5 и почти 12 кг. Что тут еще? Примечательно, что фазоинвертор у них спереди, это прием немногих производителей, и это очень клевый момент для наших с вами небольших домашних студий. С низами картина будет почетче. А также антирезонансная прокладка снизу никак не будет лишней. Ну а теперь отправляемся на заднюю панель и изучаем, что там к чему. Ручка громкости. 4 положения эквалайзера, что поможет точнее выловить нужный нам звук. 3 варианта подключения, что тоже очень неплохо. И полезная фишка автостендбай, то есть 25 минут тишины и ваши мониторы выключатся сами. Вот, собственно, и все, что касается визуального знакомства. Время переходить к традиционному тесту. Устраивайтесь поудобнее и внимательно слушайте. Мониторы будут играть вперемешку с оригинальным звучанием трека. Плюс, для контраста, привлечем к тесту наши студийные Yamaha HS5. Начинаем. We'll be right back.
Друзья, в финале могу сказать одно. Звук у этой троицы действительно очень хорош и должен оказаться просто бальзамом на душу нашим дорогим диджеям. Плотно, сочно и прозрачно. Единственное, что остается, это подобрать нужные дюймы под свои квадратные метры. Понятно, что через микрофон передать всю полноту звучания очень тяжело, но тем не менее, если вам удалось что-то необычное услышать, обязательно напишите нам об этом. Обсудим вместе. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрите нас, и до новой встречи. Что тут еще? Примечательно, что фаза инвертор у них спереди. Этот прием немного... Так. Значит, остановимся. Почему? Потому что это очень клевый момент для наших с вами небольших...